Пляж Фридом находится на западе Пхукета, между пляжами Патонг и Корон. В прошлом был малоизвестным из-за своей труднодоступности, но сейчас очень популярен. Пляж находится в небольшой живописной бухте, закрытой с двух сторон холмами, поэтому добраться сюда с других пляжей, просто идя по берегу, нельзя. Побережье широкое, с красивым белым песком. На самом севере есть еще отдельный участок побережья метров 20, отгорожен от основной части валунами, но пройти туда по воде или вплавь не составит труда. Вход в воду пологий, вода прозрачная. По обеим сторонам пляжа, там, где в воде есть камни, водятся рыбки, поэтому можно поплавать с маской и трубкой. Особой инфраструктуры от Freedom Beach ждать не стоит. Имеются туалет, ресторан, навесы для массажа, лежаки и зонтики от солнца. Природных теней немного. К сожалению, с 10 утра пляж Freedom начинает наполняться отдыхающими, большинство из которых прибывает на частных лодках соседних пляжей. Поэтому, учитывая небольшие размеры пляжа, отдыхающих часто больше, чем на Патонге или Короне. Freedom – удивительно живописный пляж, окруженный холмами с густыми джунглями и украшенный большими валунами. Вода здесь чистая, песок мелкий и теплый, не пляж, а райское место. Многие побывавшие здесь путешественники называют этот уголок настоящим экзотическим раем. Местные жители трепетно заботятся о поддержании тут чистоты и порядка, что гарантирует сохранность первозданного облика Freedom Beach. Недалеко от его южной конечности построено несколько уютных ресторанчиков. Прозрачная вода идеально подойдет для плавания и занятий снорклингом, ведь здешние берега богаты изумительными коралловыми рифами. Кроме того, на пляже Freedom можно поиграть в волейбол или просто принимать солнечные ванны. Добраться до пляжа Freedom на Пхукете можно несколькими способами. Самый простой — на мотобайке или такси. Также можно добраться на пляж на лодке с Патонга или Корон. В одну лодку помещается до 7 человек, лодка вас привезет на пляж и будет ждать, чтобы отвезти вас обратно. Если вам понравилось, пишите комментарии. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал «Гуляй по миру» и получай новые интересные видео.